Всем привет, ребята! Вы на канале Авок Инфинита. Добро пожаловать! Итак, сегодня мы вместе с вами будем искать шоколадные яйца или же монеты, кому как. И квест реально классный, прикольные призы, в общем, стоит поиграть. Итак, заходим в лабиринт и идем по пути, которому иду сейчас я. Кстати, в этом видео мы побываем еще на вечеринке Финити, в которой еще не все успели побывать. Вот мы и пришли. Забираем у этого зайчонка наши шоколадные 5 монеточек и идем в следующую локацию. А следующая локация — это аллея акации 921. Вступаем! После того, как вы вступили, мы сразу замечаем большое синее яичко, которое нам, в принципе, и надо. Забираем у него наши любимые 5 шоколадных монеточек и идем на вечеринку Финити. Ну, в принципе, вот и конец наших походочек за яичками в первой части. Но сегодня мы же еще побываем и на вечеринке. Стоимость билета, которого 100 ваконов, это не так уж и много и не так уж и мало. Вот мы уже тут. Идем покупать билетик. И я, если честно, думала, что тут, как обычно, нужно что-то одеть. Но слава богу, что нет, потому что мне лучше купить билет за 100 ваконов. Довольно-таки много людей, не правда ли? Все хотят на эту вечеринку. Покупаем билетик. Ну вот мы уже и здесь, чтобы оценить это помещение. Это, походу, какая-то гардеробная, а вот и танцпол. Очень много людей, и идем забирать наш золотой подарочек. Солнечные блики, рассветы, туман. Я не знаю, что это, купите, это клет или что, не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментарии, что это может быть. Но это точно не что-то из вещи. Это не вещи, обидно. Итак, такая вот красивая гардеробная. Это такой мини-обзорчик всего помещения. Так, вот такой классный танцпол. Много чего интересного вообще. Ну и сам танцпол, в принципе, красивый. Мне нравится. Вообще, это VIP-клуб, но с него сделали клуб Infinity. Итак, наше видео подошло к концу. А это вообще, что я думаю, вам пора оценить это видео в комментариях от 1 до 10, потому что я стараюсь на этого видео. Да, совсем скоро сниму трату. И напишите в комментариях, как вам это помещение, будете ли вы тратить на него 100 ваконов. В общем-то, да. Как только закончится квест, сниму трату. Ладно, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Мне это очень сильно важно. До скорых встреч. Пока. Удачи вам, ребят. Вы самые лучшие. Люблю вас.